Приветствую вас, ребята, с вами Назар. Продолжаем играть в Европу за Австрию. Идет у нас война против Османской империи, которую начала Польша. Вот, давайте тут поставим вот так. На наших чудиков сицилийцев поставим вот так. Может, здесь что-то? Админку пока что нельзя. 38 год, 4 года. Дипку. Вот дипку я бы взял. Но слишком сильно упадет лояльность. Денег пока не надо. Военную поддержку можно взять. И дать им вот эту штуку. Давайте так и сделаем. Скорострельная линия давайте пусть будет так. То есть немножко побыстрее рекруты у нас капают. 561, 574. Это что-то маловато. Не может так быть. Ну, теперь, да, вот так и есть. Так, подозреваю, что... Нет, поляки сами тут возьмут. Нам лучше встать сюда. Тут у меня еще стоит армия. Я тут, кстати, смотрел. Уже нету возможности освободить Византию. Куда-то она исчезла. Наверное, все. Типа прошло время и больше ее нельзя. Хотя щитки есть. Может, слишком дорого, типа, считается. Не знаю, почему нельзя. Тут, кстати, еще только почему-то в Константинополе исчез византийский. Но тут и караман тоже было бы неплохо. В соседях будет только Османская империя. Значит, никто его не сможет сожрать. Вообще никто. Даже сфабриковать них никто не сможет. А мы сможем, допустим, завассалить. Но это все, знаете, такие мечты. Что неосуществимые. Для начала нужно победить в этой войне. Так, генералы мрут, как мухи. Так, стаба, либо дипочки, сотка. Ой, стаба, сотка, дипочкова. Дипочки нам нужны, нам технологии надо. Правда, мы не сильно-то и отстаем. Ну, на одну теху отстаем, и чё? И чё? Табу не буду. Конечно, можно ее апнуть за очки папские. Но побережем лучше. Интересно, а у них есть вообще лимит? Сколько их там можно собирать? Вот это я не знаю. Давайте немножко вложим. А вдруг? Так, 9%. Еще разочек. Пусть будет так. Может, получим контроль над курией. Было бы неплохо. Вот так взяла прям и послушала то, что я ей приказал сделать. Так. Ну, Франция вроде бы топала на Венгрию. У них там тоже война. Да. Но она вернулась. А, кстати, с кем они еще воюют? Там только Франция и Британия. Угу. Они что, не могут разбить? Там такая толпа. Прованс, Тоскана и Лука. Да, еще бы Милан, то они бы, думаю, точно французы бы смогли победить это так. Ну, не то чтобы победить, там хотя бы отбиваться. Хоть как-то. Ну, так у них не особо-то есть шансы. Тут пока ждем. Тунис, он, вижу, тоже, наверное, в наемников уже ушел. Вряд ли нам, конечно, дадут эти провы, какие-то тут взять. Просто чтобы караман освободить, нужно очень-очень дофига. Вот Сирию вот это тоже. Было бы прикольно, но
100% тут никак не возьмешь. Ты тресни. Так, две коровы. Тут одна. Зонт одна. Много таких. Тут три. Ну что толку? Какой юнал тут есть? Сожрут. Сархан одна. Так. Грузия сожрет. Армения 60%. Там тоже ее будут кусать. Ну, карман лучше всего смотрится. Тут вообще идеально. В соседях только мы будем. Просто дождаться перемирия. Но это, как я и говорю, это, блин, нереально почти это сделать. Ну как, реально, шанс есть, но очень-очень маленький. Так. Турки из того горя ушли сюда. Две битвы большие проиграли. Ушли в Египет зачем-то. Надеюсь, что все-таки Константинополь под нашим контролем будет. Надеюсь. Хорошо, хоть там, где миссионеры работают, они не берут. Хоть одно радует. Александрия, кстати, да, уже обратили. Быстро работают миссионеры. Чего они тут стоят? Они же теряют даже. 38 хотели, нет. А 38 это для меня, а для них сколько? Тоже? Так, одна крепость под нашим контролем. Ну и по идее за Константинополь нам дадут очень много. Весьма много. Ну, поляки тут, конечно, открыли фронт, через который могут просочиться турки. Вот, понятно, они тут стоять не будут. Им бы Москву выбить побыстрее. Они вон будут сражаться, тут ходить, туда-сюда. Ах ты, сволочь. У меня тут работает миссионер, понимаешь. Он, сволочь, взяла и оккупировала. Ну, ты как... Еще я и напал, еще и без командира. 60 тысяч. Польша. Ну, Польша возвращается. Он стоит тут. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, если я пойду... Ну, что я смогу сделать? Да нифига не смогу сделать. Ай, блин, начинается, короче. Ждать долго. Они нас тут уничтожат, просто в каменный век гонят. Затем пойдут сюда. Ну, надежда единственная на поляк. Так. Стоп, стоп. Сюда отступишь. Да, отступил. Хорошо. Ну, все-таки немножко уничтожили. Даже при таких раскладах. Польша, пожалуйста, не уходи никуда. Стой. Стой. Стой, я сказал, не уходи. Дурак. Стой, пожалуйста. Не бросай меня. Не бросай меня. Я же хороший. Зачем? Зачем ты меня бросила? Турки, стойте, берите вон территорию, берите. Это же ваша крепость. Вам не надо на меня нападать. Есть, взяли. Так, теперь отсюда. Срочно. Надо бы свалить. 3% 8%. Я на целый сон на 75, а тут только 8. Карл. Да, они даже одной пробы сейчас не хотят нам отдать. Ну, понятно, они еще хотят сражаться и так дальше. Ой, если я сейчас свалю... Да ладно, о чем я думаю, нужно валить. Побыстрее.
Так, они решили Египет забрать у нас полностью. Это фигово, и у нас, кстати, кончились рекруты полностью. Так, отступим. Так, ушли. Зачем они ушли? А, может, они просто тут не могут перейти. Нету контроля. Вот, ну вот из-за Москвы, да, повоевать тут получается. Все силы практически отвлечены на север. Так, 17, 25, 17. Тут 30-ка, 24 сюда. Так, будем ждать. Скана тоже не теряет времени. Фабрикует на нас, ну, 80 тысяч, это они, конечно, себе тут загнули. При содержании в 40. Тут тоже скоро не будет рекрутов. Так, заключают мир французы, вижу. Ну, тут белые миры. Ну, с этими всякими мелкими. Ну, было бы хорошо, если бы они Тоскану тут порезали. Поляк понял, что тут ничего не получится, и свалил. Хотя он мог бы разбить 8000. Успел бы, наверное. Ну, при том, что если эти 80 тысяч не смогли бы сюда прийти. При том условии. И тут еще 40. Блин, 6. Все-таки армии, что ж. У нас все равно что-то больше. Каким-то чудом. Не знаю, каким. Рязань еще жива. Без союзов, без ничего. Ну, хотя бы этого тут накачали. Мама, не горюй. Так, поляк. Да, Польша начинает возвращаться. Типа, нам тоже нужно. Но не хочется. Пройдем сюда. Да, он начинает тут сражаться. Эти не могут прийти им на помощь. Молодцы, молодцы, стойте там. Теряйте рекрутов. Они тут сейчас половину своих рекрутов сольют на этой осаде. Ну, вот, протестантов можно уже крестить, начинать. Конечно, можно нам... Тут получается у меня 50 тысяч, тут 50, 100 тысяч. Мы бы разбили тут осман. Я могу, конечно, напасть, но поддержит ли меня Польша? Вот в чем вопрос. Так, тут опять из генерала. Передвигаюсь. У меня генерала уже нету. Поумирали все. Так, а я могу взять? Могу, конечно. Получи 20 влияния, 64. Потеряет лояльность. 6 тысяч рекордов, это смешно. Так, ну, очки военные точно брать не будем. 20 влияния, 64. Ну... По идее, ничего страшного не должно случиться. Ну, генерал, ну, так себе. Пошло, как всегда, на маневренность. Маневренность нам не нужна особо. Да, поляки что-то сэкономили. Выходят отсюда. Кстати, часть войск брали. Так, ты с кем? А, ты не с кем. Фух. Я уж думал, Франция опять пошла на Арагон. У них, наверное, еще перемирие. Да, до 41-го.
А у нас 46-го, ну французы быстрее пойдут. Ну, возможно, опять позовут нас, и мы тут чик-чик. Быстро это все сделаем. Вряд ли, конечно. Но мечтать не вредно. Да, они сюда пошли, по-любому. Ой, стой. Поляк идет. Было бы хорошо сейчас тут посражаться. Но опять-таки мечтать не вредно. Богемия, ты нас не любишь пока что, но скоро полюбишь. Любовь зла, как говорится. Так, давайте немного слежем, улучшим отношения. Религиозная война скоро. Француз, ну вот, может полностью присоединить этот Прованс. Нифига. Еще нужно Венгрию убить. Еще ему мало. Так, пошел сюда внезапно. Ну, это тоже хорошо, что он защищает нашу территорию. А, понятно. Значит, сюда. Значит, тут нужно помогать по-любому. Как ни крути. А, тунисец что-то обходит. Этот напрямую пошел. Короче, хрен поймешь. Давай. Все, запихнули все, что могли. Там хотя бы без штрафа вроде. Генерал польский. 1-3. Тана 2-2. Ну, примерно равны. Эти генералы. Наш в шоке рулит. Их в огневой мощи. У нас намного больше пушек. Да и пехоты в два раза. Да, тут без шансов. Осман. 12-9. Ну, знаете, не сильно-то и больше уничтожили. Немножко больше, но вообще. Голяк. Так. Давай назад. Даже. Куда-то сюда. Вот так сюда иди. Ты давай так уходи. Хорошо, что до конца месяца успели. Польша, не стой, не трать рекрутов. Что там, 24. Ну, после этой битвы уже где-то будет, наверное, 5000. От 5 до 10. Польши нет, у Венгрии нет, у Австрии нет, у Литвы тоже нет. Поляки вообще вся армия из наемников, ну вся там, половина. А, блин, еще притянули, ну тут много Туниса и т.д. и т.п. Но счет капает. А сколько мы вообще внесли? 22%. Ну, неплохо. Литва что-то вообще ноль показано. Тут, наверное, считается и за Литву, и за Польшу вместе. Москва, она на 15 проигрывает. То есть, особо чего-то там не возьмешь. Самое обидное, что, блин, в таких войнах ты нифига не получаешь. Ну вот, ну как нифига. Поляки, конечно, получат. Тут нормально. Они тут вот много территорий заберут. Может, им Константинополь отдать? Чтобы они типа взяли. Не. Так. Все равно не хотят, смотрите, даже одной территории отдать. Да, мы тут никак не можем завершить претензию. Горожане. Че вам там не нравится? Базовый налог увеличить. Провинция Кёртен. Вот это, да? Тут развитие такое неплохое, но налог увеличится. Лояльности. Потом можно забрать у них эту пол.
Со временем, конечно. Ну, я забуду, как всегда, что это нужно сделать. Мне только не нравится то, что они тут оккупировали мои территории, я ничего... Так, Польша, ты возвращаешь... Нет, ты пошла на север. Давай еще тут парочку войн. Тут тем более у осман 30 тысяч всего осталось. Остальные, это так. Дня. Польша, ну давай, давай сюда, да. Давай сюда. Быстро. Так. Отходим. Ну, я эти 8 тысяч, по идее, сам могу. Давайте попробуем. Так, этих на всякий случай будем вот так делать. Вроде стоят. Ну, типа, не допускать их до половины, чтобы сюда не пихать. Да, вроде нормально. Отбили. Так, уходим. 30-20. Тоже уйди. Стой, пока что. Они засылают по 10 тысяч. Вообще, османам нужно брать проход через Грузию. Но у них есть проход, потому что у Москвы есть. И топать сюда, тут что-то делать. Хотя, с другой стороны, да, это их территория. Что им, это Москва. Так. Пусть уйдут. Пусть уходят. Правильно, уходите, вам тут делать нечего. Так, делаем. Так. Свободные дипломаты. Давай тут десяточку. Так, где оно там? Вот здесь оно. Так, французы. Тут вроде бы все нормально. Польша тоже нормально. Бранденбург вот с тобой я бы улучшил. Все, ну Франция и сожрала, конечно. Прованс полностью. Но дальше ей тут носовую она не пойдет. Это наш союзник. Но лишь если она пойдет, это тоже будет считаться типа атака на меня, на императора. Брабант тоже. Ну, Фландрия, разве что. Хотя у них на Фландрию невозможно сфабриковать. Ну, Бургундия, там Англия, ну и тут Испания. Вот такие расклады у них тут возможны. Тут поляки что-то ходят, бродят. Так, хорошо. Поляки, да мы сами тут. Теперь сюда нужно бы пойти. Хорошо, этих чпокнули полностью. Что у нас там нужно? 7700. Ну, не так уж и много за год. Да не, какой год. Это за полтора года оно восстанавливается. Конечно, все. У меня тут есть войска. И можно попробовать напасть. Но если тут османы подтянут толпы свои, которые там куда-то ушли, но непонятно пока куда, то будет очень бобо. Так, османы уже просят мир у Польши. Это значит, что время приближается. Так, давай домой. Отдали все-таки нам одну прову. Тут это вообще прикольно сделали. Так, сейчас посчитаем. О, благосклонность увеличилась. Тут они нам ничего не отдали. Одну пробу отдали. Спасибо. Польша. Ты супер. Ты лучший.
Делаем, делаем. Что-то денег немножко, наверное, получили. Так, Османская империя уступит провинцию эту Австрию. Провинцию 1, 2, 3, 4 Польша. Одну Венгрия. 17 дукат Польша. Австрия 28. Силы. Ну хорошо, что не затягивали эту войну. И хорошо, что я успел сделать претензии на Албанию. Ну, как-то так. Да, тут, конечно, упало конкретно. Но ничего не сделаешь. Так оно и есть. Так оно и будет. Так, Тунис. С тобой мы перемирие 47-й год. А с тобой... тоже 47-й, значит, не получится так повоевать. Тебя союз. Союзы плохо, конечно, что не разорвали. От Москвы тоже что-то вообще ничего не взяли. Вообще ничего. Как-то так. Так, отправляйся сюда. Ну, могло быть и хуже. Намного хуже. Войска. Куда бы вас отправить? Куда мы дальше пойдем? Так, если мы атакуем Марокко... А то не согласен. Внезапно. Можно вот так перетянуть войска, пойти на Тунис. Тут много не посопротивляется, это точно. Тоскана, у тебя союз Венгрия. Может, Венгрия не согласна? Ну-ка, не согласна. Ты. Венгрия, зараза ты такая мелкая. Что ж ты соглашаешься-то, а? Лука, а ну? Тоскана, да? Ну ладно. Блин, плохо. Плохо. Венгрию призвать. У них тут войск нету, походу. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Тоскана. Правда, у меня тут 2 года осталось до войны против Богемии. Можно, конечно, посидеть, покурить, ничего не делать. Османы тоже странно, что сдались так быстро. Они еще могли воевать и воевать. Что-то так. Так, Тоскана. Ну, 20 тысяч есть все еще. Не, давайте отдохнем. Тут еще повоюем, навоюемся, еще хватит нам для этого времени. Богемия, Богемия. Остальные унии. Позовем Савою. Польшу не будем звать. Савою только позовем и все. Польша территории хочет, фиг тебе, Польша. Зубы. Ну, тут вообще нужно вот так до 60 качнуть. Паша, тут тоже, знаете, такие запросы нехилые. Вообще нехилые. Ну, и типа сделай что-то, нам тоже нужно. Пусть будет так, виден не нужен. Сделаем пока так. Тут, ну, пусть будет. С ним. Так как-то. Вот. Рекруты 7200. Ну, надо бы подвосстановиться. Подготовиться к войне против Богемии. Венгрия тут что-то не особо-то хочет нам помогать. Что не хочет. У них еще перемирие. А, ну у нас захочет, поможет. Ладно. Можно пойти на Хиджаз. Одну армию туда отправить. Я думаю, хватит одной армии.
Вторая пусть там стоит, восстанавливается. Так. Престиж или деньги? Берем деньги, давайте что-то построим. Чуть давно не строил. Торговля. Так. 0,5, да, тут копейки. Александрин, да, тут давайте построим 4. Давайте тут построим, пусть оно тянет вот сюда во, в Рагузу. Тут с Рагузом оно все равно тянет. Но мы тут мало зарабатываем, тут просто большая конкуренция. Поэтому много и не заработаем. Так, ну 13, что-то не очень. 16. Да, тут вообще не. Мануфактура. Тут вообще 0,28. Это смешно. Так, армии лимит не надо. А вот рекруты пригодятся. 375. Так, построено немножко. Ну, больше не вижу, чтобы было. Вот этих двух территориях построим. То есть 50. А вы еще есть? Ой, так, хватит. 200 монет сохраним. Хорошо. Так, свободный. Куда бы тебя отправить? Хвария, что удивительно, все еще жива. Это очень удивительно. Милан, ну давай с тобой апнем. Так, я ничего не забыл сделать. Вроде бы ничего. Не знаю. Может, не забыл, может, не забыл. Так, тут бы восстание было бы хорошо. Валашских националистов. Так, Казусбери, ну Тунис мы потеряли. Почему-то Сицилия не делает, возможно, из-за того, что у нас был. Может, она теперь сделает. Не знаю. Ну, Польша и Франция друг друга в соперники, это хорошо. Желательно, чтобы между ними не было союза. Для меня это будет плачевно. Так, здесь остановись. Разделим на две армии. Можно идти воевать. У нас вот эти миссионеры работают быстро. Конечно, Медину немножко сложно. Обратить. А, типа нету? А почему нету? Вроде... А, здесь есть 5%. В Мекке. Понятно. Так, поставим генерала. А, переставил, как всегда. Филиппик сюда у нас. Не умер, кстати. Два генерала умерло за эту войну, а он не умер. Он как будто издевается из нас. Ладно, давайте пойдем в сторону Хиджаза. Так, здесь нужно вернуть. Оман не согласен. Ну и хорошо. Зачем нам с этим Оманом воевать? Хватит и этого. Колониальная война. Протекторат. У нас нету протекторатов. Надо тоже побыстрее забрать. Тут не будем атаковать, пусть они отбиваются. А какой у них уровень? 8. Нормально. Нормалек. Главное, чтобы они на нас не пошли. Все будет замечательно.
Конечно, я сейчас опять буду тратить рекрутов, но не думаю, что так много, чтобы там прям аж не хватало на пополнение, на рост. Избыток на... У меня нету наемника в армии. Ну, не должно, по крайней мере, быть. Одного я нанимал, уничтожили. Второй я сам распустил. О, кардинала получили. Чудно, чудно. 15%. Ну, французам большой шанс. У них, конечно, прирост там хороший. Можно, знаете, на что взять? На снижение инфляции. Давайте возьмем. У меня она там где-то под 3%. Вот. Пусть себе падает потихонечку. Еще плюс 6. Да, неплохой шанс вот брать такие территории другой религии, прокачивать тем самым влияние папское. Конечно, если миссионеры работают хорошо. Без миссионера занятия. Так, у меня прирост вообще большой. Давайте возьмем на дисциплину. Пусть будет плюс 2, потому что нам еще технологии качать. И ну, технологии еще подождут, а вот идею качать, это да. Тут еще будет дисциплина и скорость пополнения. А, ну тут пополков. Это просто рекруты быстрее будут приходить в армию. Так, тут вижу уже, что не хватает. Пошли на столицу. Понял. Сюда я могу зайти, да? Давай назад или... Блин, не успеешь назад. Угу. Сюда они пошли, а тут у нас пустыня, можно атаковать. Давайте попробуем. 1-2. Нормально. Можно справиться. Тем более у нас больше, у нас лучше технологии, у нас там дисциплина. Ага, ты так делаешь. Ну. Да. Тактик из меня, конечно, офигенный. Так, и сейчас дипломатов. Дипломатов отправим. Давайте в Венецию сфабрикуем, чтоб было, как говорится. Сюда хотя бы на Корфу. А второй дипломат. Опять-таки. Бург, кстати, разросся. А давайте с шведами. Угу. Пусть он вступает в католическую лигу. Но и с Англией тоже не помешает. Потом. Сначала шведов. Шведы сухопутные крысы, как и мы. Они точно помогут. Вот, смотрите, еще сражается неплохо. У нас такой же генерал, как и у них. Не-не-не-не. Без шансов. И нужно идти на... А Джабаль Шамар. Так, два чудика оставляем. Даже три. Этого чудика сюда отправим. Тут ему не хватает. 0,9. Так, опять 8000 нужно. Ну, просто после этого сражения, что только что было. Бавария распалась на части, типа одна территория распалась, да? Тут районы какие-то распались. Смешно. Харизм, конечно, жирный. Ламан тоже тут как-то сюда залез. Ну, а, тут более балуджистанские, персидские территории. Он сюда успел, так сказать. Понял.
4000. Поставить 7000 сюда. Пусть тут стоят посередине. Но этот, наверное, Медину только возьму. Мэку все равно, хотя, возможно, и смогу крестить. Возможно. Тут нельзя так. Или можно. Не показывается. Наверное, хочет вот эту 1000 уничтожить. Нет, просто берет провинцию. А мы тут спрячем, чтобы она тут не пострадала. Да, тут можно пойти сюда. А если... Ага, все, сюда нельзя. Понятно. Сюда можно. Вообще тут бы... Так, сколько у нас тут вообще кавалерии нету, и пушек туда бы закинуть. Так, а эта пехота пусть идет на территории. Так, взяли Мекку за одну из столицу хиджазского султаната. И что это у них? Шарифат. Вот, Аскана с Венецией заключила союз. Вот это интересно. Это очень интересно, интересно. Но не сейчас. Это пока что подождет. Если что, придется забирать Абруцци по-любому. Отдавать Сицилии. Ну и тут посмотрим, что сможем. Сколько сможем, столько возьмем, отдадим. Вот. Так, возвращается. Наверное, на Мэку пойдет. Ну, пусть идет. Правда, Мэка там... горы. Стоп, а он с кем-то еще воевал, а уже не воюет. Замечательно. Так, сколько тут еще? О, прекрасно. Возвращаем домой, как раз ты нам нужен. Да, на Мекку он станет, скорее всего. Не знаю, радоваться или не радоваться этому событию. Так, взяли текс, да? Дальше можно вот так уйти. Получить сюда выход. Ко всяким хасам, тимуридам, персам и так дальше. Сюда куда тянет? В Алеппо и Персию. А за Алеппо Константинополь. И Александрия. У нас тут вообще ничего, наверное, нет. Нет, 9%. Сложим. Как-то так, да? Сороковка идет. Нужно еще, да, давайте еще повоюем. Возьмем Джебал Шамар. Тут, по идее, мы быстрее должны это сделать. Давайте еще туда пушек закинем. Тут бонус только единица. Но сюда по-любому нужно пробиваться. Отрезать, во-первых, вот этот Аравийский полуостров от северных.
от Османы и так дальше, от северных стран имею в виду. Текс. Тоскана, ты нас типа любишь, типа не любишь, тебе фиг поймешь. Перемирия у нас нету. Почему она не вступает вместе с теми же Венецией и Османами? Странно. А может, типа, должно быть много стран. Может и так. Так, я типа пока что не сделали тут претензий. Арагон вроде все нормально, Кастилья тоже все нормально. Претензии у нас есть. Стиле, давайте еще одну сфабрикуем. На что? Что тут? Пожирнее Кордоба, вроде бы. Но нужно брать Ла-Манча. Так, стоят. Пусть стоят. Этих на север заберем. Так, еще одна идейка. Угу. Кавалерия. Это хорошо. Еще одна дипка пойдет. А ну, я хотел посмотреть. Я его могу завассалить? Да, я могу его вассалить. Это замечательно. Единство верим уже нормально. Да. Ну, в бане тут нужно завершить это самое закуривание. Вот, Зевич же Балшамар. И теперь можно 47. Больше брать, думаю, не надо. Репарации. Так, ты не заплатишь, ну и хрен с тобой. Ведь это денег нету. Так, это бессмысленно возвращать провы. Но он не вернется, а не вернется. А ну-ка, хуфуф. Вернешь хуфуф? Нет, не вернешь. А я хочу, чтобы ты вернул, чтобы мы пошли на Хазу. И тут тоже себе взяли. Для этого что нужно сделать? Для этого нужно оккупировать по-крупному, по-серьезному. Так, ты тут берешь, ты значит сюда идешь. Ты сюда. Ты стоишь. Надеюсь, мы бы это быстрее, да, быстрее сделаем, чем он возьмет эту прову. Так, у нас там время опять поджимает, но я хочу завершить уже на войну, чтобы, так сказать, на полусловие не завершать игру. Ага, тут им еще и не хватает. Конечно, много не принесет военного счета. Ну, я думаю, сколько там их? Ого, минус 40. Текущие бои, минус 56. Он же проиграл. Реакционеры? Окей. Сразу 90. Нормально. Да, блин, чё ж ты? Чё ты не это самое? Кастилья Арагона. Нормально, они там замесы устраивают. Тут плохо то, что я вот этой провой не владею. О, всё. Ещё немножко денег. Нормально. Даже вот так. Все. Так, тут сюда пошли.
Можно, конечно, медину не брать, либо вот эту не брать. Но я возьму. Пусть будет. Эти отсюда уйдут. Я думаю, надеюсь. Все. А, блин, забыл посмотреть на... Как оно? А, на агрессивку. Так, а что не... А, в саде. Ну и замечательно. Так-с. Ну, они уйдут сейчас. Ладно, ребята, на этом будем завершать серию. Я тут уже... дождусь, чтобы можно было повоевать против Богемии. Эти войска, наверное, все придется возвращать домой. Да. Ну ладно, я тут разберусь, короче, со всем этим. И продолжим уже в следующей серии. Пока что с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. Всем пока.